Друзья, всем огромный привет! Сегодня я приехала в магазин Fix Price, который находится по адресу город Барыш, Ульяновская область. Каждый раз приезжая в этот магазин, я всегда удивляюсь, какой здесь богатый ассортимент товара, много всегда новинок. Сегодня, надеюсь, тоже обзор будет очень интересным. В продаже есть декоративные подносы, они изготовлены из МДФ. Поднос не маленький, с ручками, красивая расцветка. Есть, правда, еще один вариант, не очень приятный, цена 199. Смотрите, какой интересный органайзер, он тоже изготовлен из МДФ. В органайзере два отделения и плюс есть еще вот такой выдвижной ящичек для мелочевки. Тоже интересный дизайн, бежевого цвета, цена 299 рублей. Здесь в наличии есть еще вот такие плетеные кашпо для цветочного горшка. Изготовлены они из бамбука, размер 15 на 15 сантиметров, цена 199 рублей. Давно в продаже не было вот таких шкатулок, здесь они есть с надписью Home, они по 199 рублей. Есть еще декоративный ящик, тоже очень удобно, можно все это сложить в одну какую-то большую комбинацию. Ящик стоит 249 рублей. По 199 рублей в наличии есть вот такие навесные настенные полочки, сама конструкция идет металлическая, а полка из МДФ, крепеж тоже идет уже в комплекте. Также 199 рублей стоит вот такая декоративная панель для фото с LED-подсветкой. Здесь 12 LED ламп, работают от батареек. В комплект они, к сожалению, не входят. Производитель Китай. Также в продаже есть вот такие искусственные орхидеи в горшочках. Они здесь в ассортименте, стоимость 299 рублей. Есть просто искусственные цветы, вот такие огромные, я даже их в кадре показать не могу целиком, прям листья такие шикарные. Стоят они тоже 299 рублей, здесь они тоже в ассортименте по цвету. И есть кактусы, кактусы с цветами в керамическом горшочке якобы, но это не керамический горшок, а пластиковый, цена 199 рублей. Ароматическая свеча в очень красивом декоративном стаканчике с крышкой. Есть только аромат ванили, цена 199 рублей. Декоративная фигурка ананас, в наличии два цвета, цена 199 рублей. В отделе косметики увидела ночной крем для лица торговой марки Florissan. Содержит экстракт граната и коллаген. Разглаживает морщины, наполняет кожу энергией. 75 мл, стоит 77 рублей. Еще увидела вот такую штучку, это тоже новинка, называется демакияж эмульсия Go-Go с маслом дерева ши. Растворяет макияж и загрязнение пор. Такая бутылочка интересная с дозатором, всего здесь 250 мл, эффективно очищает кожу, придает упругость. Так, есть еще второй вариант, растворяет макияж и загрязнение пор, это с маслом авокадо, стоимость 99 рублей. Также есть гидрогелевые патчи для зоны вокруг глаз. Увлажнение питания против морщин, содержит гиалуроновую кислоту, алоэ вера, интенсивно увлажняет, повышает эластичность от темных кругов и отеков. 5 пар, это 10 штук, цена 99. Маска для волос органическая, на основе масла бергамота и оливкового масла. Подходит для сухих и поврежденных волос. Здесь этой маски хватает на 3 применения, 100 мл, цена 55. Смотрите, что я здесь нашла. Это сыворотка для ресниц и бровей, активатор роста. Усиливает рост ресниц, укрепляет волоски, улучшает пигментацию и насыщает витаминами. Торговая марка Sendo. Цена 99 рублей. Производитель Республика Татарстан, город Казань. Есть еще второй вариант, он тоже стоит 99 рублей. Это концентрированная сыворотка для ресниц и бровей, восстановление после наращивания. Ускоряет рост, улучшает качество ресниц, питает, уплотняет, придает дополнительный объем. Смотрите, какой желтенький гель-смузи для душа, увлажнение, детокс. Здесь он с фруктами. Производитель России, город Москва, 580 мл объем. И стоимость 77 рублей. Также есть зубная паста Colgate, новинка. Вдохновившись силой природы, мы создали зубную пасту с нотками трав и древесным оттенком для ощущения чистоты и свежести надолго. Здесь 75 мл, маленькая, цена 99 рублей. В продаже есть шапки детские для мальчиков по 199 рублей с мордочкой панды. Классные шапочки, теплые. Детская шапка, обхват головы 52-54 сантиметра, в составе 100% полиэстер, производитель Китай.
Есть еще вот такой вязаный вариант с такими интересными очками, вставками. Так, шапка для детей в возрасте 7-8 лет. Шапочки тоже утепленные, вот такая подкладочка внутри имеется. По цвету есть несколько вариантов: розовый, белый, темно-синий. Цена 249. А это гелевые капсулы для стирки темного белья, ласка, эффект восстановления. Очищает, защищает яркость цвета, разглаживает волокна, изысканный аромат. В упаковочке 10 капсул, цена 199 рублей. Концентрированный стиральный порошок на натуральной основе без фосфатов, называется B-Max «Тройная сила». Здесь 800 грамм в упаковочке, цена 199 рублей. В продаже есть вот такие маленькие кошелечки по 149 рублей. Они на кнопочку закрываются. Внутри есть отделение для карт и для бумажных денег. По цвету есть несколько вариантов. Красивые кошелечки. Вот они. Косметичка. Такая бархатная, на молнии. С прозрачными боками, с ручкой. Все как надо. Тоже интересный дизайн. По цвету есть несколько вариантов. Цена 199. И еще один вариант косметички, тоже на молнии, с ручкой. Здесь уже идет эко-кожа. По цвету тоже есть несколько вариантов. Цена также 199 рублей. В наличии этого магазина есть вот такие мини-рюкзачки. Они на молнии. Здесь два отделения, боковой кармашек имеется. Также есть ремешки, которые регулируются по высоте. По цвету есть несколько вариантов. Розовые, темно-бежевые, молочные. Цена 299 рублей. В продаже есть органайзер для косметики и аксессуаров. Он с бамбуковой перегородкой. Стоимость 249 рублей. А это спа-носочки релакс-терапия производства Корея. Содержит экстракт макадами, экстракт лаванды, масло ши, экстракт герани, экстракт розмарина. Могут снять усталость ног после трудового дня, обладают успокаивающим действием, смягчают, разглаживают кожу стоп, устраняют натоптыши. Приятный аромат дарит ощущение деликатного ухода. Классные носочки. Стоимость 99. Также есть пилинг-носочки, безупречный педикюр. Тоже производство Кореи. Упаковочка зеленая. Содержит экстракт апельсина, экстракт перечной мяты, экстракт авокадо, гидролизированный коллаген, экстракт кокоса и гиалуроновую кислоту. Это инновационный домашний уход за кожей стоп. Эффективно борются с натоптышами и мозолями, широковатостью и сухостью кожи. Способствует обновлению и заживлению эпидермиса, укрепляет ногтевую пластину. Содержит фруктовые кислоты, которые бережно отшелушивают ороговевшую кожу. Цена такая же, 99. В продаже есть гребень для волос. В наличии есть несколько расцветок в составе ABS пластик, производитель Китай. Цена 55 рублей. Также есть вот такие интересные зеркальца с ручкой. Зеркало одностороннее, с обратной стороны у него такой декор классный. По цвету есть несколько вариантов. Цена 149. А это складная расческа. Она идет уже с зеркальцем. Очень хорошая вещь в сумочку, например. Так она выглядит в сложенном виде. Здесь на выбор есть несколько вариантов по дизайну и по цвету. Цена 99 рублей. Кисти для дизайна ногтей. В упаковочке их 5 штук. Все они разные. Стоимость 199 рублей. Также есть в продаже вот такие интересные щеточки для умывания в виде кактуса с мелкими щетинками. Она изготовлена из силикона. Цена 99. Есть второй вариант. Здесь уже она двухсторонняя по 149 рублей. Интересная. Даже три стороны имеет она. Зеркало с деревянной подставкой. Оно двухстороннее. С обратной стороны двукратное увеличение. Стоимость 249 рублей. В продаже есть дорожные сумки. Большие. Там одно отделение внутри в сумочке, и внизу она еще расстегивается, то есть можно ее увеличить. Сбоку имеется боковой карман, он тоже на молнии, ручки крепкие, широкие, цена 299. В отделе «Все для кухни» есть вот такая сушилка для посуды, она называется «Мини», предназначена для столовых приборов и для тарелочек. Изготовлена она из полипропилена, к сожалению, размеры не указаны, производитель Россия, город Москва. Стоят они 299 рублей. Суповые тарелочки по 77 рублей, они тоже с декором. Диаметр ее 19,8 сантиметров. В составе идет фаянс, производитель Китай. Форма для запекания жаропрочного опалого стекла торговой марки Luminarca. Объем 1,5 литра, она круглая, стоимость 249 рублей.
производство Франция. Такая же форма есть еще и овальная. Есть также большие формы для выпечки из боросиликатного стекла, непрямоугольные формы. Торговая марка Kitchen, Китай. Устойчивы к высоким температурам до 400 градусов выдерживает и устойчивы к низким температурам до минус 20 градусов. То есть можно замораживать. Цена 299. Есть форма для выпечки круглая. Объем здесь 800 мл. 16,5 сантиметров ее диаметр. Торговая марка Kitchen. И форма для выпечки квадратная, 15 на 15 сантиметров, здесь 760 миллилитров. Цена у них одинаковая, 149 рублей. Крышка из термостойкого стекла торговой марки Heat. Диаметр ее 20 сантиметров, стоит 199 рублей. А это набор баночек для специй торговой марки Kitchen. В наборе две стеклянные баночки объемом 60 мл, они с металлическими крышками, цена 55 рублей. Также есть набор емкостей для специй, тоже из двух штук, они стеклянные с полипропиленовой крышкой. Объем баночки 160 мл, тоже торговая марка Kitchen, Китай, цена 77 рублей. В продаже есть алюминиевые сковороды с антипригарным покрытием. Они называются просто. Торговая марка Скова. Диаметр ее 24 сантиметра. Подходит для газовых, электрических, стеклокерамических плит. А также ее можно мыть в посудомоечной машине. Так, производитель Скова, Московская область, Ступинский район. Цена 199 рублей. На сегодня это все. Я очень надеюсь, что мой обзор вам понравился. Если понравился, обязательно оцените его лайком и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие видео. С вами буду сегодня прощаться. Всем хорошего дня и отличного настроения. Пока!